заняли территорию самовольно. Скандалы вокруг личности Зубкова вспыхивают один за другим. Последний разгорелся около фермы в Белогорском районе, где подвал Олега Алексеевича убили всех здоровых свиней. Хотя на самом деле поголовье пострадало от вируса африканской чумы свиней, заявляет главный ветеринар Крыма Валерий Иванов. Тот принял сторону сотрудников его госкомитета. Более того, за свою потерю Зубков получил безумную компенсацию, как и полагается по законодательству.